чего? Хью! Вот мое животное! Арбузы, блядь! Арбузы, блядь! И все! Привет! Легко підключитися? Легко почати? Легко спілкуватися? Почни разом із Билайн. Успішай купити будь-який стартовий пакет ось його за 10 гривень. Почни з десятки. Билайн. Живи на яскравій стороні. Легко підключитися. Значно прихило. Легко спілкуватися. Тетра. Успішай купити будь-який стартовий пакет ось його за 10 гривень. Почни з десятки. Билайн. Живи на яскра... Подзадач бліни! Подзадач бліни, Карл! Карлище! Карл Иванович! Тихо, спиздил! Называется спиздил! Тихо, пошел! Называется пошел! Тихо, нашел! Называется нашел! Тихо! Называется тихо! И желает приятного просмотра! Бан. Yes. Вот такой пиздец, блять. Сидишь ты дома и... Тут тебе звонит телефон. Бэн. Пиздец, и желание пропадает. Вот такой пиздец, блять. Пропадает. Текай с городу, таби пизда. Ошибку, и еще учителем называется. И издевается. И еще учителем называется. И издевается. И издевается. И издевается. И еще учителем называется. И еще называется. И еще. Сам ВВ, не ходи сюда, тут бомба! Называется. И еще называется. И издевается. И еще комбо называется. И капец! И еще. Yeah.
вали отсюда! Шо? Ну, тебе сейчас там сыпет, подсыпет. Надо будет ему потом сыпет, цыпет. Полного передать лучше цыпет. Так, еще бы не забыть цыпет. Ищу на цыпет, цыпет, цыпельную подложить. Для цыпелу. Эй, вашу цыпет. Извиняюсь, понимать. Для абонентов Билайн GSM предусмотрена Билайн GSM система оплаты. Билайн GSM. С нами неудобно. Расстояния имеют значение. Здравствуйте, товарищи! Цена на звонки в страны СНГ составляет 5-5-5-5-5 рублей за минуту. Подробности по номеру Мегафон Москва и в офисах продаж. Тариф единый от 0,5504. Будь першим. Будь першим. Господа! Фу, я... Пардон. Ну весь блин наломал. Блин, 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 блин. Вот, под домофоном. Здравствуйте, это проверка писек. Чего проверка? Писек. Это что такое еще? Вы не знаете, что такое писька. Фу, идиоты. Вот, под домофоном. Здравствуйте. Скажите, если бы я был Аллой Пугачевой, вы бы мне открыли? Да, конечно, нет. А, понятно. Ну ладно, спасибо. Вот, под домофоном. Алло, кто там? Зубная паста для швейных машинок. Вот, под домофоном. Ниокуре, хажиметару вари маде дедеде бакари жанай. Коннано доку га омошрой но? Каби икимашо. Фойо де! Де! Фойо! Вот, под домофоном. Задолжал же! Пиздец. Четвертая кнопка. Пылаить пожаром. Забрызган слюной. В коридорах паркет. А в комнатах наших сидят комиссары. И наших ведущих вернуть в кабинет. Человек! Чё, извольте? Это ты, что ли, человек? Я. Да. Так мы скоро до мышей дозовемся. Пшел вон. Есть ваш вроде. Есть. А помнишь, Стемка, как мы в атаку ходили, камеры стеной, мы скачем, микрофоны наголо, упереди Юрич с выпученными глазками. Эх, Юрич, а в комнату... ничего, Хрючник, Баратиска еще повоюет. Слышь, Юнкер, ну? Давай-ка мою любимую. Сейчас. Ага. Повоюем, говорю, Хрю. Ну? Говорят, нас с радостью готов принять трудовой коллектив Константинополя. Ага, ага. Толку у Константинополя. Господа, наш в городе. Ура. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Ой, вот, под домофоном. Зубная паста для швейных машинок. Зубная паста для... Зубная паста. Вот. Алло, да. Алло. Кто это? Директор? Да пошел ты в жопу, директор. Не на тебя сейчас. Вот, под домофоном. Алло, кто там? Зубная паста для швейных машинок. Пошли нахуй, пиздюки. Фу, я... Блин! Блин! Ну весь блин! Ну блин! 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 Ч?
чего шумим? Доигрался хуй на скрипке, видно музыку любил. Пиздуй нахуй отсюда! Пиздуй нахуй отсюда! Чё за пидорас, бля? Разъебать тебя в трещели! Вали нахуй, недоёбок, сука! Чё за хуйня, бля? Отъебали как щенка! Охуительно! Какого хуя? Сосите, ёбаные пидорасы! Блять! Ебать! Хуя вещи, бля! Пиздец тебе хуило, ебаная! Доигрался хуй на скрипке, пиздык, бля! Лови, бля, пидор! Бля, охуеть, как скучно, бля. Нет. Первыми правильно ответили на наш вопрос. Это не твоя. Дудка, блядь, и трубник. Московский вентиляторный завод. Не, смотри. Трубник. Какой-то что-то там московский. Да? Трубник. Чего мне там пукаете? Ух. Сус. Но лучше знать правду, чем всю жизнь себя обманывать. Не да. Кажется ли вам, что вы просто дурью маете? А. Ну, хорошо. А. Ну ладно. Ой, ай! Знаете что? Ну, конец! О, работает. Видите? Вот, под домофоном. What are you two doing here? Вот, под домофоном. Один из самых лучших вузов России, университет имени Лобачевского, приглашает вас стать студентом юридического факультета. Юридический факультет – это самые востребованные направления подготовки и новая уникальная специальность – судебная экспертиза. Диплом юрфака ННГУ – это ваше успешное будущее. Чё палишь? А ничего, я сейчас банан кину кому-то. Блять, пойду с уничтожить. Давай, блин! Конец! Дрочит правая рука, дрочит левая рука, как бы мне сейчас совсем не обкончаться. Виновата в этом ты, жалко, что не дал пизды. Ладно, сука, уходи, хватит ругаться. Багато спілкуєтеся через СМС? Відправляйте 1000 або 1000 чи цілих 1000 СМС. Або навіть 1000 за неймовірно низькою ціною. Тепер СМС вистачить надовго. Надсилайте запит і отримуйте СМС-пакет з 1000 або 1000 повідомлень для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. СМС від 1000 копійок тільки з послугою СМС-пакет від МТС. И вот и... Ох! Глядите! Думаешь, что похоже это облако? Да не знаю, как хуй знает.
something. На, в дыню! Нефиг делать-то! Чё? Hey, Yumi, do you know what today is? Сегодня такой сложный день. Иди нахуй! Посмотрим, что они посмотрим на ТВ-6. Че, ты видели? Ой, мама. Это кто буянит? Это кто буянит? Это кто буянит? Это кто буянит? Это я вышла из буянит? Да? Пизда. Боже, уберите, уберите! Это боже! Внимание! Шо? 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 О, уже утро. Ладно, пойду спать. Господи, это был сон. Так кто там опять стучит? О, здорово, Костян! Ой, здорово, Кирюха! Пойдем со мной! Я буду с этим бороться в конце концов! Мам, добро! Нефиг было лезть! Эй, ты, банан хочешь? Да. Тогда лови. Слышь ты, скажи 300. 300 и что? Отсоси у тракториста. Ну все. Текай с города, тебе пизда. Вот все. Хорошо. Привет. Да пошел ты нахуй. Короче, мне лень делать видосы. Сорян, ну что поделать. А я решил такой скетч придумать. Типа я думаю идеи для видоса. Короче, смотрите сами. А как же придумать-то идеи для видоса? Томик, где видосы? Скоро будут. Не мешай, ПЖ, мне надо подумать для идеи видоса. А, не могу выбирать думать. Томик, еще не будет видосов тебе. Нету и никогда. Ах так, тогда получай. Какого фига я жив? Жиза, не правда ли? Еще у канала будет отпуск до 2 июля. Извините уж. А мне пора. Ну все, до свидания. Так, Блэд, я вам сейчас ревенж дам. На вам банан. Да. Здравствуйте, дорогие подписчики! Извиняюсь, что я выкладываю видос, когда я в отпуске. Я хочу вот прокомментировать к этому. Сделаю РТП. Лучше не надеяться на это, потому что РТП я не умею делать. Ну, извините уж. Я только рандом делаю. И да, кстати, отпуск сокращается до 25 июня. А это уже совсем завтра канал вернется из отпуска. Вы там держитесь. И всем до свидания. Второй постскриптум из-за того, что он интернет кушает.
Чёртовы хардаки! Кажется, пора валить отсюда. Я за тобой иду. Где он? Эй, где ты? Понятно. Сейчас мы вызовем ему бомбардировку. Алло, пожалуйста, атакуйте на него. Спасибо. Он есть! Сейчас мы получим. Эй! Так ему и надо. Ты у меня в следующий раз получишь. Конец фильму. Эй, ты! Чё, банан хочешь? Да, хочу. Тогда лови. С тех пор больше банан не стали продавать. Хоть телек включи для разнообразия. Давай! Я тебя вырублю! 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 Вот ты ей бону! Может вырубить, а? Да запросто! Я тебя вырублю! Ой! Какой голос, а? Хрючик, мне надо срочно выпить! На, в дыню! Grand Canyon, spectacular, beautiful and mystifying, and one of the deepest, deepest. Лень выбирать. Буква. Это у нас другого телевидения, Хрючка. Ну, почему? Есть, только оно сейчас все на радио, да, в прессе. Вот именно, да, вот именно. Это сложно. Новости. Это сложно. Новости. Это сложно. Сложно. Это новости. Новости. Сложно. Новости наша. Сложно. Завтра, сегодня и завтра, сегодня. С вами каждый день. На НТВ только новости. Новое телевидение. Абсолютный лидер информационного вещания. Запросто! Эть! Да запросто! Эть! Да запросто! Эть! Бля! Эть! Да! Нету у нас другого телевидения! Гоу! Ей-ей! Ей! Гоу! Ей-ей! Винка, сгинь отсюда! Гоу! Арбуз. Дую маете! Ну ладно. プレイするモードが決まったら墓ボタン。オッケー。あ、вот это вы зря. Говорю как на дух. Ну ладно. Доигрался на скрипке, видно музыку любил. Ну хорошо. Салю, салю. Ну ладно. Знаете что? Вы, Маша, а я Дубру. О, работает. Это ограбление. Thank you.
Малюка, бабахнуть! Давай по новой, Миша. Миша, не выебуйся. Проктор. Миша, никому не нужен. Компьютер. Блядь! Что это ты сизый текст винтик потерял? Понятно. Понятно. Пошла нафиг учиться! Пошла нафиг учиться! Пошла нафиг учиться! Пошла нафиг учиться! Хорошая вещь, компьютер. Винтик потерял, тоже еще. Пошла нафиг учиться! May I interest you folks in my fork repellent? Я думаю, что все-таки это потому, что он пидорас такой же, как и вы. Тебя будут менты держать, а я буду тебя газом хуярить.